меня для вас на самом деле есть вопрос. Как часто вы принимаете жизненно важные решения, основываясь на просмотренном сериале? Выглядит довольно абсурдно. Но почему не выглядит так же бредово, когда вы принимаете важные решения в выборе своей профессии в будущем, например, основываясь на каких-то чужих мнениях, мечтах других людей, погоне за славой или деньгами? Самые, наверное, искренние и чистые желания о том, кем же стать, у детей. Многие из нас мечтали иметь какой-то громкий титул или статус в детстве, например, врач, или учитель, или космонавт, кинозвезда, в конце концов. Одна моя подруга мечтала стать уборщицей. Шах и мат, теперь никто и не мог ничего сказать, когда люди говорили, ты будешь плохо учиться и пойдешь мыть полы, как бы ничего нового она была в этом году. Она просто любила чистоту, а я любила балет. Моя бабушка в детстве водила меня в театр оперы и балета в Новосибирске, очень много рассказывала о своем танцевальном прошлом, и я как-то так сразу замечтала стать балериной. Но мои родители, видимо, немного перепутали понятие бал и балет и отдали меня в школу бальных танцев. Спустя месяц мне стало ужасно скучно, я поняла, что это вообще не то, что мне хочется, и в итоге меня выгнали оттуда за систематические прогулы. И тогда, в 9 лет, впервые в жизни я поняла, что чужая мечта никогда не может стать твоей. Поняв, что королевой грации мне не быть, я решила попробовать себя в конном спорте. И 3 года, буквально выражаясь, я прокладывала себе жизненный путь сквозь лошадиное дерьмо. В какой-то момент к нам приехали преподаватели из школы Олимпийского резерва и начали набирать к себе группы. Мы с моей лучшей подругой очень сильно хотели попасть в группу конкура, это вот через барьеры, когда нужно прыгать. Но по итогам всех отборов меня взяли в группу выездки. Это когда ты сидишь на коне, и нужно учить его делать красиво ножкой «Ать» и кланяться. Ужасно скучная штука, мне кажется. А мою подругу не взяли вообще. Она была старше на 2 года, и, возможно, 15 лет. Это какой-то прям порог для спортсмена конного, никто не знает. И я решила, что 2 часа тратить день на дорогу до ипподрома, без подруги, и к тому же какие-то еще и инсинуации с лошадиными ногами, не очень интересно. И наездницей я не буду, к тому же, что это за дело жизни такое, когда ты выбираешь его в одиночестве. После этого я взрослела и начала задумываться о деньгах. Интернета в моей жизни как такового не существовало, поэтому все, что мне приходилось, это выслушивать какие-то шепотки взрослых, которые обсуждают, кто же сейчас очень много зашибает бабла. И в тот момент это были юристы. Если сейчас здесь есть юристы, которые не очень много зашибают бабла, пожалуйста, не говорите мне об этом, я еще расстроюсь. Потому что я потратила целый год своей жизни на изучение Конституции, всяких ужасных, скучных законопроектов. Каждый день я вставала с мыслью ради денег. Но потом я поняла, что нет, это не работает, и что это за дело жизни такое, к которому ты себя принуждаешь. Я это не люблю. А что же я люблю? Я люблю животных и телек. О! Я буду Павлом Любимцевым. Помните, кто это? Это такой мужик в шляпе для сафари, в очках, очень смешной. Он дал передачу про животных, мне казалось, что у него просто идеальная работа. Он путешествует по миру и трогает животных. Что может быть прекраснее вообще? В одной из передач я видела, как его облизал жираф, и у меня вообще коленки не подкосились, потому что в Новосибирске не было жирафов, я никогда их не видела, и я бы все отдала в тот момент, чтобы меня кто-нибудь так же обстрелял. Но, покопавшись чуть глубже, я сначала поняла, что он работает журналистом, а потом, что он вообще-то зоолог. И это значит, что в школе придется сдавать биологию. Нет, пожалуй, пропущу. Но почему отказываться от мечты стать журналистом, если можно делать это с животным, если мы, например? Я же могу встречаться со знаменитостями, брать у них интервью, до любимого Леонардо Ди Каприо как-нибудь даже докопаться, потому что это вообще моя нежная страсть 7 лет. Я решила, что да, пожалуй, журналистика остановилась на этом. Но в старшей школе я начала встречаться с очень доминирующим парнем, который хотел, чтобы я делала все то же самое, что делает он. И он сказал мне, послушай, вот ты хочешь стать журналистом, потому что ты хочешь общаться со знаменитостями, а ты не думала о том, что ты можешь стать сама таким человеком. Актрисой, например. Давай в театральном выступать. Я подумала, что как бы да, в принципе, актриса звучит нормально. Главное, чтобы кино, а не театр, потому что в театре текст забывать нельзя. Это, мне кажется, самое страшное.
Я проходила год на подготовительные курсы, и за несколько недель до экзаменов я внезапно осознала, что Новосибирский театральный, конечно, не МХАТ, но тоже довольно-таки неплох, и туда стекаются все жаждущие славы женщины со всего Зауралья. Как бы с парением проблем не было, там конкурс был довольно маленький, им нужно было просто красиво улыбаться. А конкурс среди девушек был примерно 80-100 человек на место, и когда твое желание стать актрисой тебе как бы подсажено, как вот в фильме «Инсепшн», и культивировано в себе, ты не особо стараешься и как-то не сильно веришь в свой успех. В этот момент я начала задумываться о каком-то обходном плане. За неделю до экзаменов я депрессовала, сидела дома и смотрела себя на «Вернись красивой» по СТС. Как бы, мне даже не стыдно. Если кто-то его смотрел, возможно, то пить не вам, ребят. И там была прекрасная девушка, Юлиана Виноградова. Она занималась организацией мероприятий и вообще вот производила впечатление очень яркого и интересного человека. Я подумала, что то, что она делает, мне интересно. Она путешествует, она организовывает мероприятия, она классно выглядит, много зарабатывает. Отлично. Как она называется? Пиарщик. Кто это? Я подошла к папе, спросила, он сказал, я вообще-то не уверен, но, по-моему, это как реклама, только чуть более модненько. Прошло 9 лет, я отучилась на пиарщика, организовываю мероприятия, много путешествую, в принципе, уроки жизни получены, я мало слушаю других людей, занимаюсь в основном тем, что мне нравится, не гонюсь за славой, деньгами, статусом. Но чего-то все-таки для дела жизни мне не хватает. Конечно, спасибо сериалу, я хоть уборщицей не работаю, но все-таки что-то не то. И, возможно, все мои детские искания были не просто так, они вели меня к этому самому моменту, когда я в качестве организатора делаю шоу истории про дело жизни. И я с особым трепетом жду выступлений наших участников, потому что я надеюсь, что их истории вдохновят не только меня, но и вас. Спасибо.